Всем привет! У микрофона, как обычно, я, Амортис, и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Что вам приходит в голову, когда вы слышите об улитках и слизняках? Конечно же, нечто склизкое и медлительное, которое не то что не прыгает, но и от земли-то отрывается с трудом и не без посторонней помощи. Но герой нашей сегодняшней игры срать вообще хотел, что мы там себе представляем. И отлично прыгает. Встречаем Snail Boy and Epic Adventure. Это аркадная игра с достаточно простой игровой механикой, и поскольку сюжет здесь опять-таки лишь незаметный придаток геймплею, то давай о нем и поговорим. О геймплее. Играем мы за голую улитку, потерявшую свой панцирь. Уровень представляет из себя платформер, который нужно пройти, собрав максимальное количество кусочков слизи при минимальном количестве действий. Можно перемещаться свайпами по экрану. Вообще это очень медленно и неэффективно, но помогает занять нужную позицию. А главный способ нашего перемещения – прыжки. Собственно, эта система не слишком отличается от того, что мы видели у злых птиц. Выбираешь траекторию, силу прыжка и вперед. Можно прилипать к стенам, можно скользить по ним. Главное не попадать на всякие острые штуки, потому что это больно. Также следует отметить хорошее звуковое оформление игры. Поют птички, шуршат листики и вообще все очень мило. Уровни собраны в паки, паков несколько и они довольно большие. Кстати, если хорошо пройти все уровни в паке, откроется подарочек в виде еще одного секретного уровня. Ну и напоследок я оставил вкусненькое – графику. Хотя ты уже и сам насмотрелся, и все же, графика здесь – это то, что, несомненно, вытаскивает игру. Ведь тут нет какой-то особой идеи, геймплей и механика тоже не блещут оригинальностью, а вот графика и правда очень приятна. Это превращает самую обыкновенную игру не в шедевр, конечно, но в то, на что не жалко потратить несколько дней. Вердикт – качественно сделанная, хорошо оформленная игра. Без чего-то нового, но все же хорошая. Советую попробовать. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся на канал. Скоро будет еще. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого.